Всем привет! Вы на канале Жизнь Елен. И я с вами решила прогуляться по набережной Коми-Алты. Показать вам, как люди отдыхают октябрь месяц. Море шикарное. Кафешки на берегу моря. Отойду подальше, чтобы музыки не было слышно. Вот тут же душевые стоят, кабинки для переодевания, туалеты. Вот, пожалуйста. И все это, все бесплатно. Все кабинки, все туалеты, в отличие от наших югов, все бесплатно. Вот такие милые кафешки на самом берегу. Вечерочком можно отдохнуть, посидеть, покушать вкусняшек, попить турецкого кофе, турецкого чая. Ну и расслабиться, конечно. Вот она такая набережная. Протяженность набережной километров 8, по-моему. Может, я, конечно, и вру. Так, мальчики остановились. Все, мне загородили всю набережную, весь обзор. В общем, вот такая набережная. Везде лавочки, скамеечки. Рядом горы, пальмы. Очень красиво. Я люблю, когда в городах очень большие набережные, чтобы можно было где прогуляться, а не только шариться по магазинам. Такой обалденный вид. Можно посидеть на скамеечке и полюбоваться с видом на море и горы. Очень красивые места. Народу немного на пляже. Не могу пройти мимо кафешек. Такое умиротворение наступает, когда я вижу такие места. Хочется сидеть в таких мягких креслах и ни о чем не думать. Позабыть про все проблемы, заботы. Просто сидеть и наслаждаться жизнью. Вот там моются прям с мылом, с гелем. Так и хочется сказать: с добрым утром, страна Турция. Ну вот опять пальмы, как всегда. Прям такие семена висят, свисают на пальмах. А это небольшая банановая рощица.
банановые пальмы, где растут бананы. Бананы, наверное, все уже оборвали. Но тут вот я вижу несколько маленьких бананчиков. Вот они засохли, бедные бананчики. Вот гуляю уже, наверное, час. Вдоль пляжа везде стоят вот такие беседки икеевские, я их называю, потому что они похожи, что-то напоминают мне Икею. Олег, с которым я познакомилась, с друзьями моими, Олег и Катя. Так вот, Олег любитель поспать в таких икеевских беседках. Накупавшись с утра на пляже, он заваливается в эту беседку и дрыхнет на свежем морском воздухе. Очень клево придумано. Ловлю себя на мысли, что цель моя в жизни сейчас — зарабатывание денег, естественно, и отдых. Поработала, заработала, уехала отдыхать. Другая цель моя в жизни уже поставлена, я вырастила детей. Дети уже взрослые, обеспечивают себя сами, тоже ездят, отдыхают. Сейчас, в данный момент, сын у меня в Питере находится, ну а я улетела в Турцию. Конечно же, в Турции я жить долго бы не смогла, но уезжать на зиму в такую теплую страну на зимний период, в Турцию или в Таиланд еще лучше, от такой затеи я бы не отказалась. Что многие русские так и делают. На зиму улетают в теплые страны, а летом возвращаются обратно в Россию. Ну вот тут я вижу ихний чудо-пылесос-машинку, которым они пылесосят на пляже. Вот такая штука. Ну, если таким пылесосом пылесосить у нас, то я думаю, он быстро забьется от той грязи, которая присутствует на наших прогулочных улицах, ну, грубо говоря, на наших асфальтовых дорогах. Фото? Меня? Не, не надо, спасибо. No, thank you. Ну вот мы с вами подходим почти к концу набережной. За разговорами даже не заметила, как я дошла до конца набережной. Надо бы покупаться, потому что жарко уже. Сейчас искупаюсь. Там вот впереди вид на город, на Анталию. Шикарнейшие тут виды, обалденные.
для Инстаграм. Кучу фоток можно сделать, конечно, забабацать. Ну, а я с вами прощаюсь. Спасибо, что со мной прогулялись по набережной Кон-Ялты. Подписывайтесь на мой канал. Всем передаю привет из солнечной Турции. Всем пока-пока!